Всем привет! Ну что ж, давайте продолжим играть в игру Cars for Sale. А у нас здесь мусор, сейчас мы его быстренько выбросим. И у нас есть немножко денег, 12 тысяч. Мы поедем на райончик, наверное, сейчас. И там посмотрим какой-нибудь автомобильчик. И его прикупим. Так, ну давай с этого начнем. С первого. Привет. Слушай, чувак, почем продаешь? За 18 тысяч. Это дорого очень. У меня даже столько денег нет. Ладно, ну давайте посмотрим, какие машинки еще есть. Ой, какой красивый Dodge. А ну, сколько? Наверное, дорого. А может, дешево, кстати? Нет, дорого. 16 тысяч. Извините. Мы пойдем колымагу вот эту купим точно. Она-то точно будет дешевле. Стоит дешево. Давай, сколько? 1700 всего. Блин. Купить. Купили мы тачку за 1700. Слушай, знаешь что? Мы поедем на ней. И либо я знаю, что подумал. Мы не поедем, секунду. Ремонт. Нет, надо, блин, я не купил. Слушай, да. О, ночь. Садимся в машину. Но она все-таки завелась у меня. И отправляемся в офис. Так, подожди, а как дальний свет включить? Ага, а ближний свет? Элька. Нет, лучше дальний. И так ничего не видно. Слушай, а что это за ровная дорога? Здесь разве была ровная дорога? Либо я куда-то... я куда-то туда поехал. Ё-моё. Ладно, разворачиваемся и едем. Вон на свет. Я в первый раз как бы ночью еду. Ой, ё-моё! Перевернулись! Ай-яй-яй-яй-яй, какая авария. Ну, хоть едет немножко. Блин. Офигеть, вот что значит ехать ночью. Ой-ой-ой. Тачка моя. Она на ремонте будет дорого стоить. Вот это я заработал. Ёлки-моталки. Кар-аукцион. Значит, вот здесь мой офис, слушай. Блин, тачку разбил. Офигеть. Ладно, давайте ее припаркуем здесь. Выключаем движок. Все. Где там повреждение было? Ничего не видно. Ладненько. Быстро идем спать. И уже утром мы будем что-нибудь решать. Ремонтировать. Едем домой в контейнер. Сейчас быстренько здесь проведем ночь. Так, а как тут? Ага, все. Результат 11 тысяч я заработал. Ничего себе. Угу. Это с прошлого ролика. На канале есть ролик, где который вы можете посмотреть. Мое прохождение. Так, едем быстренько, срочно в офис. Вот у нас первый стоит. В офис едем. И смотрим, что случилось с тачкой. Так, это сейчас мы выбросим. Да. Повреждение. Ну, блин, повреждения вроде бы не видно. Может быть, удастся так продать. Или нет. Ладно, в любом случае мы сейчас поедем, посмотрим, отремонтируем, может быть, ее немножко. Да. Блин, я не сюда заехал. Нет, нам не сюда. Прямо. Все время прямо. Вот сюда сейчас мы заедем аккуратно. Опа. Текс. Слушай, чувак, давай ремонтируй. Ой-ой-ой-ой. Переднее левое крыло, заднее крыло 500. Отдаем, ремонтируем. Да, повреждение неплохое. Ночью. Я хорошенечко шлепнулся, перевернулся и в дерево врезался. Так, ты, чувак, ремонтируй. Я пойду посмотрю, что можно сдать. Ой, сюда. Может, какой-нибудь металлолом? Вот, я вижу, лежит металлолом. Руль какой-то. Ну, хотя бы двадцаточку я заработаю.
больше ничего нет. Так, а как там выбирать? У меня есть, слушай, молоток. Как же добывать металлолом? Я так и не понял, как добывать пока. Сетка не сломается. Ребята, если вы знаете, как металлолом добывать, скажите, напишите. Мусор, алло. Может быть, он появился, потому что я постучал. А ну-ка, сейчас еще раз. Так. Не знаю, как это работает. Может быть, а может быть и нет. Ну, смотри. Как бы, ладно. Сейчас проверим. Да не, нифига, короче. Нет. Это так не работает. Это как-то по-другому работает. О, отремонтировали машину. Сесть в машину. Едем отсюда. Мы ее сейчас, кстати, затонируем. Цвет поменяем. Какой-нибудь зеленый, например. Опа, точно. Зеленый цвет. Вот так мне нравится. Так, это заводской. И в текущий у нас вот такой будет. Полировка. Металлик нет. Глянец. Да, он глянец, он сделаем. Чуть-чуть металлика добавим. Повернем. Так, назад. Ага. Так, перенести свою на вторую зону ремонта. Блин, нафиг я нажал? А, вот она здесь оказалась. А, вон она как это работает. Слушай, нет. А ну давай спросим, ничего там не монтировать. А, она не надо. А то я думал, вдруг скажет что-нибудь не так с машинкой. Все, едем домой и продаем ее. Угу. Припаркуем. Так, ах ты, ё-моё, двигатель. Выключись. Все, выключили. Ах, слушай, я хочу кое-что купить. А как-то... А, навык надо открыть. Господи, ты боже мой. У нас есть очки, да? Разблокировать. Все. Есть губка. А, теперь я могу машинку нашу помыть. Да, она была грязная. Блин, я же ее покрасил. Она, по идее, она должна быть чистой. Ну ладно. Главное, краску не содрать. Есть. Так, вот здесь. А, вот еще, смотри, крыло какое грязное. Сейчас мы ее помоем. Есть. А, ну вот и оно и видно, да? Это разным цветом. Как бы так реализовано, интересно. Ага. Капот. Есть. А, я еще и получаю очки опыта. Замечательно. Время 12 часов дня. Время есть на то, чтобы ее быстренько выставить на продажу. А еще и сверху грязь. Когда ж ты у меня помоешь? Что ты у меня такая грязная? Ага. А, помыт полностью, да? Замечательно. Есть. Что там мы можем на нее посмотреть? Что у нас здесь? Все окрашено. Повреждений нет. Почему только эти места написано, что окрашено? Я же все красил. Топливо 40%. Цена покупки 1700, расходы 800. А, грубо говоря, за 5000 я ее должен продать. А плюс я ее заправлю. Сейчас давай посмотрим, сколько денег у меня. 9759. А, сейчас заправим. Ага, 100 рублей стоило. Ну ладно. А, блин, нет, надо мне еще ее пофоткать. Так, камера. Мне еще нужно сфотографировать, чтобы она была вот такая красивая. Ой, замечательная. Сохраняем. Надо подальше от этого, может быть.
как-то тут не видно ее из-за забора. Да подожди, как ты фоткаешь? Да, да почему оно так призу... Вот, ну нормально. А, почему оно так зумирует? Веб-страница. А, где у нас тачечка? А, Peugeot 504, Peugeot 504 Classic. А, у нас две одинаковые тачки. А какая у нас из них она? 74-го, 71-го года. Ладно. А, цена покупки 1800 расходу. Это не та расхода, у меня меньше было на той машине. Вот это, наверное. Угу. А, 1800, ну, пусть 1000 плюс 3. 3. Давай за 4, за 5000 выставим нафиг. За 5000. Плюс фотку мы поставим сейчас. Блин. Тут у меня еще и старые фотографии какие-то. Так, давай еще такую. Выставляем на продажу. Вроде бы эта тачка. Они две одинаковых? Да. Да-да-да. Все правильно. Вот. И это прикольная машинка. И это прикольная машинка. Может мне это тоже выставить на продажу, слушай, или нет? Ладно. Пусть пока. Одну пока продадим за 5000. О! А вот и покупатель. Здравствуйте. 5000 ровно. Слушай, братан, давай за 5000 и все, забирай и уходи. 2600. Ай, да что ты такое? Конечно, отказаться. Ну, блин, дурачок. За ту же цену, которую я покупал, хочет купить. Я ее отремонтировал, она полностью с ремонтиком. Так, у меня есть немножко денег. Я знаю, что сделаю? Что я куплю? Декорации, интерьер, вывеска. О, подожди, подожди, кыш. Покупатель еще второй пришел. Давай, давай, давай за 5000. За 2100. Так, купил я за 2 только. Иди нафиг. Алло, блин. Дурачок. Что ж делать-то, а? Обновление. Эвакуация. Давай вот это, буксировочный слот купим. Давай. Замечательно. Эвакуация. А что это такое за эвакуация? Это, ё-моё, офис. 200 тысяч стоит. Нет. Я пока не... О! А что-то не ушел, что ли? Давай. Ну давай, за 5000 все. За 200. Ну ты че? Иди нафиг. А, я ему не сказал. Иди нафиг. Блин, да чтоб тебя, а? Я готов уйти. А, отказаться. Иди нафиг. А ты почем продашь? Давай за 5000 и все. 2300. Да вы че? Блин, мне надо научиться торговаться, слушай. Вот торговаться я не умею. А, торговля. А, открыть возможность обсуждать цену с продавцами и покупателями. Да, разблокировать. А, теперь я торговаться могу, прикинь. Блин, я до этого мог, ну. Время только потратил. Ладненько, пусть пока тачки стоят, я поеду быстренько на райончик. На райончике я... А где остановка? Посмотрю еще какую-нибудь тачку. Может быть, куплю. Ну, если денег хватит. А, блин, вот какая-то убитая колымага. Бабуля, привет. Ну что, давай этот. За 36. Давай торговаться. За... Сколько у меня? 7 тысяч? Давай за 7 тысяч. У меня больше денег нет. А не могли вы мне более адекватное предложить вести переговоры? Ну давай тогда за 2 рубля. Может за 2 рубля ты купишь? Слушай, алло. Моя уже цена с учетом торга, я была признательна, если вы распределили предложение. Отстань тогда. Блин. Не хотят торговаться они сильно, понимаешь? А ну с этим. А, сторганемся, нет? 55. А, торговаться. А, 7 тысяч. У меня больше нет денег. Давай, 7, 100. Максимум. У меня больше нет.
Это приложение мне не интересно. Да отвали тогда, козел. Чё ты там говорил? Подожди. А, экспертиза, я смотрю. Что там за 5000? Блин. Ну, на районе-то я куплю тачку. Адекватную по своим деньгам. Или нет сегодня? 7000 тоже деньги. О. А, может, ты там что? Сколько? 13. Торговаться. 7. Блин, у меня денег нету. Давай за 7. Алло. Я думаю. Это цена ниже моих ожиданий. А, мне нужно подумать. Извините, меня это не... Давай. Блин. Короче. Торговаться? Можно там, ну, на 500 рублей максимум. Ну, никак. А, 15 тысяч. Блин. Ночь наступила. Ну, все, эти все уехали. Можешь мне кредит взять? Там есть возможность взять кредит. В банке. Берем кредит тогда, 50 тысяч, и покупаем на 50, продаем ее за 60, там уже накрутка больше. А мы отправляемся в контейнер. Почему нет? Спать. Блин, может мне контейнер? Знаешь, деньги есть, и хочется что-нибудь купить. А, я ничего не заработал сегодня, ноль денег, мой результат. Ноль, ну ладно. Ну что, опять едем на район туда, да, получается? Ах ты, ё-моё. Так, а ну, а я с этим, с этой торговался, нет? Так, 48. Блин, мне реально придется сейчас... Ладно. О, вот эту колымагу я куплю точно. Вот это точно недорого будет стоить. А ну, 19. Нет, не вариант, ребята. Вообще никак не вариант. Мы едем сейчас в офис. Берем кредит. Сколько дадут кредит, столько мы возьмем. Чтобы машину купить. Так, это мусор мы выбрасываем нафиг. Ага. Берем кредит. Где у нас тут был кредит? А то я не помню. Точно не в рейтинге. В веб-странице, может быть? А, вот банк. Да, банк. Добро пожаловать в банк. Мне нужен кредит. Сколько вам нужно денег? Сумма, которая подлежит возврату, ты сейчас. Еженедельный платеж 50 тысяч. Чего? 50 тысяч долларов еженедельный? А, еженедельный. Ладно. Мне нужно 55 тысяч. А, мне не дает банк, прикинь. Ладно, 11 тысяч. Блин, может больше можно взять? Давай возьмем, например, 22 тысячи. Нет? А сколько тогда? Подожди, 15 у меня тысяч было? Да. Принять. На рассмотрение. Кредит одобрен. А, одобрено. Есть. А, срочняк. Срочняк. О, может это продадим быстренько? А, давай, 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 давай. А, за 5 тысяч. За 2 500. А, давай, короче, за 3. Торговаться, продадим ему за 3000. 3300. Эта цена мне... А, сможем договориться за 2500? Да вы чё? Ну, какой за 2500? А, ну, давай тогда 2600. Хер с ним. Давай 2600. Ага, купил за 2600. Гад. Я не помню. Блин, вот я считать не умею. Я что-то заработал? Напишите в комментариях. Или я ничего не заработал. Ну, пока у меня кредитные деньги есть 24 тысячи, я сейчас тачку куплю. А, давай, давай, давай. 40, да иди ты нафиг. 48, ты коза. Время 9 утра, в принципе, я успеваю. А вот эту тачку я уже не помню, почему он продавал. Ну, быстренько сейчас посмотрим. За 19, о, беру. А, давай торганемся до 18 200. Херст. Чуть дешевле. За 18 200. Это приложение мне не интересно. А он за 19 хочет? Ну давай ровно за 19, хер с тобой. Ну могу я подумать. О, все, молодец. Он мне... Подожди, а я же могу тачку мою вот эту вот. Подожди. На первый слот паркинга 5 700 у меня, да? Я хочу посмотреть.
Нет, смотри, бесплатно. Я думал, может, это еще деньги платить. Срочняк. Едем в офис. Ремонтируем, там смотрим, что с ней делать, с этой машиной. Она еще заведенная до сих пор. Блин. Сесть в машину. Быстренько смотрим. Ой, какая она медленная. Что с тобой? Она вообще не едет. Тут ремонт делается. Так, ёлки-палки. А, слушай, знаешь что? А, нет, нельзя переместить машину. Опа, а теперь можно. А теперь можно. Да выйди ты из тачки. Все сложно, давай. Давай, ремонт. А, все в порядке, прикинь. Да как так? Ладно, мы ее туда пригоним назад. Почему нет? Короче, идеальная машинка. Мы ее сейчас продадим. Мне нужно ж кредит отдавать, ё-моё. Так. А, если получится, хорошо навариться на ней. Будет здорово. Да, компьютер, алло. Блин, сфоткать надо, ёб твою. Сфоткать-то надо еще. Ладно, давай одну фотку сделаем. И все, сохранить. Давай, поехали, выключайся. У меня время. А, ну еще, в принципе, время и есть. А где она? Вот это Шевролет? Я не разбираюсь в машине. Почем? За 19 тысяч купил. Пробег вообще маленький, 9 тысяч километров. Давай продадим за 24. Почему нет? За 19, за 24. И мы отдаем кредит. А где же у нас продавцы? Мы ее сейчас еще помоем. И она будет идеально. Хорошо, что они оставили такую возможность мыть машинку, когда она у меня на продаже стоит. Тут что у нас? Все чисто? Нет, вот еще грязь. О, покупатель, слушай, дай я домой хотя бы. Ну ладно, давай. Что ты там покупаешь? За 24 тысячи я хочу. Угу. А за 16 хочет. Подожди, в смысле? Я ее купил за 19, а ты хочешь за 16 купить. Иди, гуляй, Вася. Сейчас я помою. Она еще чище будет. Потому что... Так, где еще грязь? Блин, пока... Нет, она уже чистая или нет? Так, выбросить. Я не могу ее даже посмотреть теперь. Блин. Мне еще кредиты давать. Вляпался, короче, в историю. С этим кредитом. Давай мусор хотя бы выкинем. Идиотизм какой-то. Ну смотри, машину купил за 19 тысяч. Он подходит, говорит, давай за 16. Подожди, перекуп здесь я, а не ты. Цену установлю я, как продавец. Ну как, можно так прийти и сказать, давай за такую цену. Ладно, короче, тогда знаешь, что мы делаем? Мы сильно тогда ее не будем дорого делать за 24. Я понял механику этой игры. 22 пишем. Так, убрать с продажи, поставить на продажу за 22 тысячи, 100, например. Сильно не будем накручивать. Хорошо, я понял. Еще у меня машинка есть еще одна. Если что, я ее продам, чтобы кредит закрыть. Но в итоге, что мы видим? Никого нет. Тут бомжик раньше сидел, но его тоже нет. А что тут за машинки вот эти стоят? Это металлолом, как бы, можно бы сдать. А это что за бар? Его не было, смотри. А, тут закрыто, наверное. Блин, интересно. Так, а мне нужно караулить покупателей. Но никого нет. Пока никого нет. К сожалению.
Аукцион открыт сегодня в 5:00. Может, все на аукцион пошли? О, здорово, здорово. Но выглядишь не очень. Какой-то в тапочках. За 22 100 купишь? Мое предложение 17. Подожди, ну я за 19 только купил. Давай торговаться. За 19. Давай за 20. Ладно, раз, два, три. Ну давай за 20. За 20. 17 600. Ну, не хотели бы вы немного снизить цену? Конечно. Подожди. 99. Раз, два, три. 99. Раз, два, три. Больше я не могу. А, нет, могу писать. Сейчас я тебе снижу цену. Сейчас, подожди. Вот так, семерочка. Красиво сделал. Красивенько. Давай. Ну чё? Чё? Дороговато? Или чё? Дороговато. Отказаться. Иди, гуляй. Козел. Козел. Ты козел, понял? Иди нафиг отсюда. Иди. Вот как пешком ходишь, пешком будешь ходить всю жизнь. О, бабища какая-то стоит. Ну, давай ты хотя бы купи. Они, короче, я понял. Здесь игра такая, на районе все какие-то бомжи. Так, торговаться. Давай за 20. Давай за 20 тысяч ровно. Я кредит отдам и все нафиг. Чё? Подожди. Иди на... А, подожди, мне нужно отказаться, чтобы она здесь не стояла, мне не мусолила. Давай заправим тачку хотя бы, ё-моё. Почему нет? А как я ее заправлю, она мне неактивна. Заходим. Мы ее сейчас убираем с продажи. Мы ее сейчас заправляем. Где здесь вот заправка? Все. А подожди, а можно я посмотрю, что там с ней? Автомобильная панель. Все идеально. Топливо все текущее, заводской цвет. Все шикарно. Она даже заправлена у меня. Да. Давай. Сколько мы там? 22 тысячи? Давай, нормально. Выставить. Давай эту продадим. Фиг с ним. За сколько у меня она стоила? 900? 1008, 2, 3, 2, 4, за 4. Ладно, за 4. Без фоток будет пока. Может быть, я ее сфот... А, у меня же фотки были. У меня же где-то я сфотографировал ее. Короче, мне кредит надо давать. Алло, блин. Они не могут мне никто купить машину. Есть, сохранить. А, может быть, можно и в планшете все тут... Вон как это работает. Интересно. А что, больше фоток нету? 4000. Круто. А, слушай. А как мне этот в банк зайти? Банк. Блин. Добро пожаловать. Имеют неоплаченные счета. Оплатите счета. Чтобы получить деньги. Ну давай. Давай я. А, вот счета. Господи. Что, уже там проценты набежали, что ли? Офис, банк, оплатить, ничего нет. Блин, они мне еще посадили на проценты, чтобы я сидел, проценты выплачивал. Так, машинку я заправил, может дороже можно продать. За 17. За 17. А, я, вот, я бы тебе пинок бы поставил, бы он опять пришел, дурачок. За 4. А, машина долго стоит здесь, у меня уже несколько игр. 2200. Отказаться? Почему нет? Иди нафиг. Несколько как бы ночей и дней эта тачка здесь стоит. Ну, для прикола. О, ночь наступила. Сейчас пойдут все спать. За 14 500. А, ты чё, идиот, что ли? Короче, я, получается, вляпался в какую-то колымагу купил. Никто не хочет ее покупать. На кредитные деньги причем. И причем достаточно-таки дорого я ее купил, оказывается. Ребята, я что-то, наверное, лоханулся, купив эту тачку. Эх, 16 400. Да. Не, игра, игрушка тебе такая, знаешь, непростая. Я так понял.
Она тебе не даст легко заработать деньги. Тут надо еще помозговать, подумать. Кстати, я офис не закрывал. Уже второй день. Ну нафига. Пусть открытый будет. Две машинки на продажу, плюс кредит у меня 24 тысячи. Не знаю, что с этого выйдет, ребята. Так, как-то так. Ладно, на этом будем серию мы заканчивать. Поэтому... Опа. Нет. Пока не буду заканчивать серию. Сейчас это мы посмотрим. Может, дурачок этот купит за 22 тысячи. А за 14? Не, что-то вообще какая-то фигня пошла. Я что-то пролетел. Давай договариваться. А, разблокировать. У меня этого нету. Блин, слушай, надо вот это прям, чтобы я экспертом стал. Счастливый клиент. Клиенты теперь меньше злятся. Вы можете купить автомобиль по более низкой цене или продать автомобиль по более высокой цене. Пока ты не раскачаешь уровень свой, ты лох. Почем? Ну давай, за 4. За 2 900. Нет. Иди гуляй, козел. Ладно, тогда значит все. Либо я пролетел, либо что-то получится. Но это мы узнаем только в следующем ролике, ребят. Наверное. Ах ты, ё-моё. Только я хочу заканчивать ролик, приходит какая-нибудь бабища и смотрит. Покупатель. Здравствуйте, дорогой мой покупатель. За 2 600 я хочу купить. За 2 600. А не пошла бы ты в магазин? Здравствуйте. Как дела? За 4 000 нормально, нет? За 2 600 я бы купила. Нет, иди тоже. Вслед за той женщиной в магазин за тапочками. Потому что тапочки вам пригодятся. Будете ходить и тапки. Ох, нифига себе, у него ноги. Она какая-то инвалидка была. Блин. Надо было и продать дешевле. Здравствуйте. Здравствуйте. За 2 900. А какую ты тачку покупаешь? Мой Peugeot за 2 900. Иди ты нафиг. Ладно, на этом-то и будем заканчивать. Да ёб твою. Кто ты? Куда пошел? А, вот эту. Ну давай посмотрим, сколько. А за 22 тысячи купишь? За 13. Да, иди нафиг. Оказаться. Короче, фигня. Не, ребята, так в игру. В эту игру я так не побеждю. Легко. Будем смотреть следующей серии. Либо мне их продать подешево и закрыть кредит. Я не знаю, без денег остаться. Капец. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока. До новых встреч. До завтра. Да, до завтра.